Вот они. Хочешь убрать их отсюда? Да, этот металлолом еще пугает, что у них нет мирного договора. Надо поискать обзорный пункт. Какой-нибудь пол. Бездушные и беспощадные. Прекращение огня, то все договоренности отменены в свете последних событий. Также, после известия о смерти короля Региса, получены новости, что наследный принц Ноктис и оракул леди Лунафрея также объявлены погибшими. Оставь. Как же... Не надо. Это я. Значит, ты жив. Что тут происходит? Где ты? Я не в городе. Вернуться не могу. Логично. Логично? Ты серьезно? Что тут может быть логичного? Отец, Луна, в новостях говорят об их смерти и о моей тоже. Слушай, я отправляюсь в Молот. Что? Насчет твоего отца. Это правда. Если хочешь узнать всю правду, ты знаешь, где меня найти. Действуй. Да. Так что он сказал? Что он будет в Молоте. Yeah.
Вряд ли Королевская гвардия еще действует. Я бы на это не рассчитывал. Маршал же здесь. Интересно, как там в городе? Скоро об этом сообщат. Да, такое событие без внимания не останется. А как же мы? Нам-то что делать? Сейчас отправимся в Молот. Об остальном подумаем позже. Получил сообщение от сестры. Она с беженцами, которые едут в Листалу. Ну, хотя бы у Ирис все в порядке. Ага. Но всем остальным, похоже, повезло меньше. Нам лучше поторопиться. Нокт долго мертвым не будет. Назад дороги нет. Есть только один путь вперед. Это точно. Вперед. Привет. Рада, что вы целы. Погодка не для поездок, это точно. Спасибо. Где Кор? Пошел по каким-то делам. Оставил дедуле сообщение для вас. Ага. Босс ни секунды не мог усидеть спокойно, когда узнал, что вы едете. Кристаллы, Королевское кольцо. Вот зачем они охотились. Мирные переговоры были просто предлогом. Моего отца одурачили. Вовсе нет. Король Регис не вчера родился. Люцис проигрывал войну, и твой старик сделал все, что мог. Он все это предвидел заранее и сдаваться без драки не захотел. Но в конце концов этого просто оказалось недостаточно. Если что-то нужно, обращайся к Кору. Я даже не помню, когда видел Реги в последний раз. Это было так давно. Оставил сообщение. Он будет ждать тебя в усыпальнице. Это к северо-западу отсюда, недалеко от форпоста. В первую очередь поезжай к нему. Интересная тут у вас игрушечка. Вот это? Это мы нашли, когда разобрались с имперцами. Надо же, инсомнийское производство. Если хотите, я могу его улучшить, добавить прыти. И как же? Прокачаю для вас. Прокачаешь? Мне сейчас заняться нечем. В гараже Синди командует. Найдете нужные детали, и я вам все сделаю. Найдите то, что нужно, а я все сделаю. Помни, без тренировок ничего не выйдет. Впервые вижу такую штуку. Принесите мне детали, а об остальном я позабочусь. Хотите что-то улучшить? Это запросто.
Инсомнийское оружие сделано без расчета на улучшение, ну, по крайней мере, внутри. Надо работать с тем, что снаружи. Чем могу помочь? Что выберешь? Увидимся. Это же мои друзья на крутой машине. Ага. Принесете мне кое-какие продукты? Почему мы? Ну, Сид сказал... Сид? Угу. Сказал, чтобы я вас чем-нибудь занял. Вам ведь все равно сейчас не вернуться домой. Ну ладно. Так что вы можете пока что исследовать мир. Ничего страшного, если вы это не найдете. Но если получится, будет здорово, правда? Это всего лишь вы. Не хотите перекусить? Нравится что-нибудь? Минутку. Поможете со зверями? Наелись? Вот и хорошо. Еще одно испытание от старика. Он нас совсем не жалеет. Думаю, он за нас беспокоится. Хочет убедиться, что мы можем за себя постоять. Пора спать. Мастер Сид. Алло? О, я уж думал, никогда не дозвонюсь. Рад слышать твой голос, принц. Узнал? Это Дино. Да, ювелир. Верно. И преотличный. Знаете, я волновался за вас, парни. Может, заглянете в Галтин, пообщаемся? Мы подумаем.
Они... Верится, что кристалл украли. Эти ублюдки отняли все. А мы все вернем. До этого еще далеко. Деньги, дриби, деньги! Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Привет. Эй, вы уцелели? Что подать? Расскажу, что знаю.
Это непростые ребята. Чудно. Посмотрите меню. Сейчас все будет. Как думаете, справитесь? Будет сложно. Берегите себя. Ну, сейчас и поопаснее штуки есть. Каков план действий? Войти на колонну. Тогда я обойду с фланга. Убьем в один момент. Торчать нет смысла. Согласен. Нокт, ночью на дорогах опасно. Нам лучше вернуться в город. Спорить не буду. Но помни, грань между отвагой и дурью очень тонка.
это ведь было то, что я думаю? По-моему, это были демоны. Почему здесь? Почему сейчас? Не знаю и знать не хочу. Я тоже. Нужно сваливать отсюда. Противник нам не по зубам. Нок! Громко в беде! Что? Скверно! Спасибо тебе! Все нормально? Да. Специально для тебя. Ладно. Ah!
висела на волоске. Хорошо, что он не оборвался. Мы живы, и это главное. Своего врага, значит, наполовину победить. Вперед! Ага. Начинается день. Пора выезжать. Уже утро? Может, отдохнем? Привет. С возвращением. Дела пошли в гору, да? Эй, вы уцелели? Проголодались, ребята? Это непростые ребята. Удачи вам! Удачи вам, ребята!
А вот и форпост, о котором говорил Сид. Больше похоже на охотничью базу. Возможно, им что-то известно. Я так рада, что вы живы, ваше высочество. Моника, а где остальные? Большинство гвардейцев погибло. Нам едва удалось вывести леди Ирис из города. Сейчас с ней Дастин. Он будет сопровождать ее до Листалума. Я в долгу перед всеми вами. Маршал ждет вас у королевской усыпальницы. По всей стране люди собирают букеты из селецветов в память об усопшей. Толпы скорбящих собрались в Альтиссии, чтобы проститься с леди Лунафреей. В отсутствие останков заупокойную молитву читают у подвенечного платья, которое она так и не надела. Некоторые еще верят в то, что Оракул жива, однако никто не решается прервать молчание. Привет, ребята. Если у вас будет время, может, еще раз поможете мне в поиске жетонов? Я слышала, как его называли маршалом. Интересное прозвище. Наверное, потому что он сильный. Или потому что он маршал королевской гвардии. О, это все объясняет. И красивую городскую одежду, и то, как он сражается. Да, за ним не угонишься. Инсомния, потом молот, теперь усыпальница. Дадим ему прозвище «Неугомонный». Кор Бессмертный звучит еще круче. Он сумел выжить в инсомнии, а это не шутки. Ну, говорят, фортуна любит смелых. Угу. Каждый сам кузнец своей удачи. Думаешь, это совпадение? То, что он вышел живым из всех боев. Только этого не хватает. Здесь торчать нет смысла. Согласен. И зачем ему королевская усыпальница? Может, дело в короле Люциса, который там покоится? Вот съездим и узнаем. Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора. Усыпальница достойная королева. Ненавижу летучих гадов. У меня в животе урчит. Давайте поскорее закончим и пойдем есть. Все прошло идеально. Маршал? Наконец-то, принц. Ага. Так зачем я сюда пришел? За силой королей, что веками передается через родство душ. Одна из таких душ перед тобой. Поскольку ты король, ты должен принять эту силу. Король? Король чего? Не время сомневаться в своем предназначении. Король защищает свой народ. Он защитил одного принца. Такое предназначение? Пожертвовать всеми ради своего сына? Нокт, сколько еще ты будешь отсиживаться? Король доверил тебе роль защитника. Роль защитника? Тогда почему он мне ничего не сказал? Почему он стоял, улыбался? Почему? Почему он солгал мне? Он хотел, чтобы ты помнил его не как короля,
а как своего отца. Он верил. Придет время, и ты станешь защитником своего народа. Выбора он мне не оставил. Это лишь часть наследия твоих предков. Твой путь только начинается. Рядом есть еще одна усыпальница. Советую отправиться туда. Усыпальницы разбросаны по всему миру. Все они в опасных местах. В этот раз я буду тебя сопровождать. И чтобы помочь, и чтобы оценить твою силу. Так сколько вообще этих королевских сил? Всего известно 13 единиц королевского оружия. И каждая находится в отдельной усыпальнице. Я заручился помощью охотников. Они возьмутся за поиски забытых усыпальниц. А где та ближайшая, о которой ты говоришь? Бекатрикс и Котлован. Мы знаем, что гробница находится в самой глубине дороги. Ты не утратил хватку, маршал. По крайней мере, остаюсь в форме. Давным-давно мы дали здесь жестокий бой империи. Но все развалилось. И теперь здесь хозяйничают имперцы. Распоряжения будут? Нет, тут мудрить незачем. И как же мы тут пробьемся? Решайся. Блестяще. Легкотня. Я прикрою тебя, но... Надеюсь на это. Промто, все нормально? А, да, сэр. Так точно, сэр. Механоид. Он опасен? Эта модель представляет малую или среднюю опасность. Давай покороче. Не очень опасен. Маршал, с такой железякой справится только очень крутой воин, верно? И ты считаешь, тебе это по силам? Посмотрим, что ты можешь. Здесь мы с тобой расстанемся. Возьми этот ключ. Он открывает любую усыпальницу. Найди их и прими в себя силу, которая там скрыта. Тебе она понадобится. А ты что будешь делать? Следить за имперцами. Что они там у себя замышляют. А ты сосредоточься на своей задаче.
Я ее выполню. Береги себя. Ну, пошли. Как обычно, да? Смотрите. Тут дверь. Что же это за место? Похоже, раньше здесь было убежище. Здесь жили люди? Скорее всего, беженцы во время войны. Ах, войны — это зло. Что это? Кабель. А куда он ведет? Можно пойти. Генератор? Похоже на то. А он работает? Запустим его? Круто, работает! Ого, и стал свет. Ха-ха-ха, обожаю свет! Я жестянку пнул. Ты меня в могилу сведешь. Хочешь, чтобы меня... Не знаю, как вы, а я не хочу, чтобы меня завалило заживо. Давайте поторопимся. Не нравится мне этот звук! Слишком зловещ? Я чую, на нас кто-то смотрит. Как только мы отвернемся, бум! Хватит ныть. И тоже заперто. Если заперто, надо постучать. Есть тут кто? Ау! Есть кто дома? Я уже вхожу. Что, бросаем это дело? Лично мне все равно. А что, если эти беженцы умерли, и их неупокоенные души до сих пор... Заперто. Какая неожиданность. Если что-то спрятали под замком... Это что-то... Может... В чем дело? Я не знаю. Что бы это ни было,
Оно словно играет с нами. Эй, подожди! Я считаю до трех, и на счет три ты открываешь дверь. Не выйдет. Оно пришло оттуда. Что на этот раз? А? Что это? Мы здесь еще не были, да? Похоже на то. Тупик. Я готов поклясться. Что за черт? Кто-нибудь, включите свет! Давайте командовать буду я. Только покороче. Вода. Осторожно, но. Сам сам. Это ерунда. Генератор, наверное, сдох. Просто идем дальше. Отлично. Еще одна. Они и опомниться не успеют. Ты мой герой. В темноте метать ножи неудобно. Со светом здесь было бы лучше. Двинули. Согласен. Точно. Стойте! Вы это слышали? Смотри, куда бьешь! Я не хотел. Тут ничего нет. Странно. Сегодня нам не везет. А, ты же ненавидишь жуков. Я? Многообещающе. И немного зловещ. Будьте начеку. Мы их добили.
Это странно. Что это? Значит, Нокт собирает силу королей? В общем, да. Такими темпами он скоро превзойдет своего отца. Монарх с миру по нитке. Да? Наконец-то. Я уж думал, что потерял еще одного короля. Я просто собирал оружие. Рад слышать. Есть задание для тебя. У дороги, ведущей на запад, к Даске, Империя начала строить базу. Эту базу нужно уничтожить. Если ничего не предпринять, нас отрежут от западных районов и от всех усыпальниц, которые там находятся. Полагаю, ты уже знаешь Монику. Она расскажет тебе все подробности. Поговори с ней. Что делаем? Надо кое с кем поговорить и кое-что разгромить. Едем в форпост к Монике. Помните, мы же действительно видели какой-то большой объект. Да, такую зловещую махину сложно не заметить. Уничтожить такую крепость будет непросто. А у нас правда получится? Маршал в нас верит, иначе он бы к нам не обратился. Но всему свое время. Точно. Возвращаемся на форпост. Смотри, сколько огней! Как же это хорошо! И то верно. Они отпугнут демонов. Ваше Высочество, маршал рассказал мне о своем плане. Мы нашли способ незаметно проникнуть на имперскую базу. Я отмечу вам маршрут. Этот путь достаточно безопасен. Проблем возникнуть не должно. Ночью на дорогах опасно. Подождем до утра. Спорить не буду. Но помни, грань между отвагой и дурью очень тонка. Выходим. Точно. Это Моника. Она служит в Королевской гвардии, как мы с Гладио. Она одна из лучших людей моего отца, как и Дастин, который сейчас охраняет Ирис. Хорошо, что за стенами города мы можем на кого-то рассчитывать.
Все на выход. Здесь мы разделимся на две группы. Принц Ноктис, идите вперед и найдите маршала. Остальные помогут мне отвлечь внимание противника. Увидимся, удачи. Задаем жару, и мы сделаем то же самое. Зажмем врага в тиски. Мы вдвоем атакуем с тыла, а силы поддержки будут теснить его по фронту. Остальные справятся без нас. О них не беспокойся. Это тебя отвлекает. Да-да. Хорошо, иначе бы ты всем только мешался. Я бы один справился. Такая уверенность может тебя погубить, принц.
Нокт! Маршал, рад снова тебя видеть. У вас все нормально? Все путем. Имперцы не могли от нас глаз отвести. Спасибо, вы их отвлекли. Эй, вы там! Не с места! Да это же сам Кор. Так значит, ты выжил в цитадели. Но моего сюрприза ты не переживешь. Твоей легенде давно нужен финал. Посмотрел на тебя в деле и на душе спокойнее. Теперь я могу за тебя не волноваться. Я снова займусь сбором сведений о действиях Империи. Береги себя и до встречи.
А за городом неплохо, когда привыкнешь. Но мы еще многого не видели. И у нас еще куча дел. Да, точно. Встряхнитесь, все только начинается. Так значит, принц избежал смерти. А что насчет кольца? Луна Фрея сбежала с ним. Найдите ее и убейте. Главное, это кольцо. Возможно, нам лучше взять ее живьем. Сила шестерых столь велика, что человеческий разум и вообразить не способен. Оракул — это королевский ключ к ней. Она может стать ключом ко многим тайнам, не так ли, главнокомандующий? А что такое? Имперская армия теперь в полном вашем распоряжении. Лорд Равус. Толку-то? Мы же все равно не знаем, где беглецы. Я не успокоюсь, пока принц и Оракул не окажутся у нас. Как он сияет! Мой кристалл! Большой мир, встречай нас! Наконец-то мы уедем из этого... По сравнению с другими регионами, Лейда кажется крошечным. Чем больше, тем лучше. Больше увидим, больше сделаем. Сначала будет Даск. Регион, знаменитый своими болотами. Серьезно? Болото? А еще там есть лес Чокобо. Вот это совсем другое дело. Дальше на запад находится Клей. А в нем город Листалу. А, это ведь туда Ирис направляется, да? Если ее ничто не задержало, она уже должна быть там. Возможно, она даже уже видела метеорит. Метеорит шестерых? Он самый. Его тепло снабжает энергией весь Листал. Ого! Вот это круто! Я тоже мечтаю его увидеть. Ехать придется долго. Перед выездом надо заправить полный бак. Думаю, мы уже достаточно хорошо изучили эту местность. Давай, садись за руль, Нокт. Если ты так этого хочешь. Кто бы это мог быть? Алло? Нокт, ты? Ирис. Это правда ты? Как я рада слышать твой голос. У нас все хорошо. Нам удалось добраться до Листалума. Мы уже устроились на новом месте. В общем, когда приедешь, дай знать, чтобы мы могли встретиться. Да, так и сделаю. Надеюсь. Это Ирис? Нет, чтобы родному брату позвонить. Ну, это же не твой некролог. Транслировали по всему Люциусу. А как же я? Обо мне она что-нибудь сказала? Ты только посмотри! Чокобо! Чокобо! Нет у нас на это времени. Мы едем в Листалум. Туда еще 100 лет ехать! Давай завернем, а! Ладно, давай туда заглянем. У-ху-ху! Будет весело! Но это же Саня. Ты ее знаешь? Общался с ней как-то раз, еще в Молоте. Точно, ты там с кем-то увлеченно болтал. Она много знает о дикой природе, это может быть для нас полезно. Иди, познакомься с ней.
Что на этот раз? Извините, но я сейчас очень занята. А, это вы, мальчики? Кто вы такие? И что вам от меня нужно? Ничего. То есть вы побеспокоили меня без причины? Ну, знаете, так дело не пойдет. Из-за вас я теряю драгоценные секунды. И как же вы мне их возместите? Хотелось бы знать. А, мальчики? Знаете что? Я вспомнила. Мне как раз нужны помощники. Лягушек на болоте ловить. Каких лягушек? Да уж не тех, которых везде полно. Нет, так легко вы не отделаетесь. Мне нужны только красные альсторские лягушки. Вам придется залезть по колено в болото. Сейчас я вернусь к работе, а ваша задача — наловить красных лягушек. Запомнили?